Diferente, Ильяна, Каменко, Петр, Ваньков, Павел, Поляков, Владимир. Очень опытные рулевые. Они участвуют во всех крупнейших соревнованиях Приморского края, во всероссийских наших соревнованиях в поселке Розово и в городе Владивостоке. А также стартеры, опытный стартер Евгений Круглов, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках. Аликин Дмитрий. Оба стартера обеспечивают нам сегодня качественное соревнование. Строго по времени. Правильно дают старты и отправляют команды на финиш. Вот сейчас команды. Дан старт. Фальш старт, видимо. Фальш старт. Без команды стартера. Команды ринулись. Сейчас стартер вернется. Всех вернет эти команды, потому что и делают предупреждение. Ольга, победа! Ольга, победа! Но если по правилам соревнований, то победа! На многих соревнованиях, когда делают предупреждение, которое команда поднимает фальстарт. То есть она делает второй фальстарт, она уже дисквалифицируется соревнованием. Так как у нас соревнование, я думаю, корпоративное. Чтобы без команды стартера никто не рванул раньше времени. Потому что уже стартер накипело. И решающим фактором является именно старт. Как команда может мы слышим, как они подкрикиваются, легко помогают на выдохе, на каждом лифте. Идет упорная борьба, и только одна команда из этого заезда попадает в дальнейшую борьбу. Только одна первая команда. Вот ребята стараются очень сильно. Да, идет волна боковая, очень сложно, конечно, рулить на боковой волне. Лодка все время рулится, мы видим по первой воде. Заметно встала, идет борьба за выход в финал, полуфинальный заезд. Четыре-три, один миг, два, один. Собраться,